Вітаю. Цього тижня місяць буде в Созір'ї Стрільця, тому нас захопить вир емоцій, які буде важко контролювати. А це може призвести до сварок і навіть розривів між коханими людьми. Щоб цього не сталося, я розповім, що у поведінці кожного знака зодіаку може нашкодити стосункам з коханою людиною і як цьому можна запобігти. Крім того, я поділюся астропрогнозом на весь тиждень. Леви – це люди-лідери, які хочуть займати центральне місце у стосунках, щоб партнер підкорявся їхнім вимогам. Тим самим ви пригнічуєте тих, хто поруч з вами. Через це ваші близькі можуть почуватися незначними і неважливими для вас, що псує стосунки. Вихід – навчіться відступати. Левам потрібно дозволяти партнерові проявляти себе. Визнайте заслуги того, кого любите. Бажано робити це голосно і прилюдно. Побудьте в тіні, демонструйте свою повагу. Цього тижня запропонуйте близькій людині самі вибрати місце для романтичного побачення і похваліть її за це. Астропрогноз для Левів. Якщо ви давно замислювалися про зміни в своєму житті, саме час діяти. Ваші починання мають усі шанси стати успішними. А ось зі здоров'ям будьте обережнішими. Більше відпочивайте і уникайте стресів. Можливі проблеми з серцево-судинною системою. Овни – це впертість. У стосунках вони миттєво закипають і проблеми залишаються неподоланими. А все через свою впертість. Спочатку вони з усім погоджуються, поступаються, приховуючи при цьому роздратування. Та коли градус кипіння доходить до критичної межі, овни просто йдуть і роблять по-своєму, залишивши близьку людину в повній розгубленості. Вихід – переговори. Овни, не поспішайте одразу з усім погоджуватися, аби згладити конфлікт. Навчіться пояснювати свою точку зору і не бійтеся почути аргументи близької людини, а вже потім приймайте рішення. Влаштуйте сімейну вечерю, де ви зможете все обговорити в спокійній обстановці. Астропрогноз для Овна. Початок тижня ознаменується подіями, які не входять у ваші плани. А тому властиве вам уміння швидко орієнтуватися в ситуації буде вельми доречним. Хай там як, довіртеся своїй інтуїції. Вона вас не підведе. Діва. Діви-перфекціоністи. Вони постійно намагаються повчати свого партнера і не дають йому права на помилку, прагнучи ідеальних стосунків. Спочатку ваша близька людина намагатиметься відповідати вашим вимогам, однак потім втомиться, почне злитися і просто віддалиться. Вихід. Не заплющувати очі на недосконалість. Покажіть коханому, що ви любите його таким, яким він є, і помічені недосконалості не впливають на ваші почуття. Підіть разом у караоке або на вечірку до друзів, на якій дозвольте одне одному розслабитися і добряче повеселитися. Астропрогноз для дів. Працьовитим представникам цього знаку зірки подарують можливість трохи відпочити. Сприятливий час для улюбленого хобі чи для саморозвитку, тож варто записатися, приміром, на курси водіння або відвідати цікавий семінар. Вам знакома ситуація з пригоревшей кукурузной кашей? Увы, мне тоже, как ни стараешься ее приготовить наилучшим образом, она то пригорает, то разваривается. Поэтому появление Игоря Мисевича на моей кухне очень приятное, ведь он не просто расскажет, как приготовить идеальную кукурузную кашу, он еще и раскроет секрет приготовления уникального закарпатского блюда. Встречайте! Игорек! Ты знаешь... Я побывала как-то в Закарпатье, где в одной семье попробовала удивительно вкусное блюдо. Это была курочка, фаршированная кукурузной кашей с субпродуктами. Закарпатская начинка, так называлось это блюдо. Я на словах узнала рецепт, пробовала дома приготовить, и каждый раз у меня получалось, ну, совсем не то, что я пробовала в гостях. Далеко от оригинала. И, как мне кажется, все дело в кукурузной каше. То какой-то привкус этой каши был у курицы, то крупа разваривалась, и все превращалось в какое-то месиво. Ну, в общем, я отчаялась и вспомнила, что у меня есть точно специалист по банашу, Игорь, который, живя в Черновцах, точно пробовал это блюдо и знает, как его приготовить. Надейко, признаюсь, цю страву мы готовим на все свята, також у нас фаршують і перепелята, і голубів, а також можна фарширувати і кроля, і козеня крупою. Це є унікальний продукт і дуже корисний. Це в нас виходить м'ясо і гарнір два в одному. Сьогодні ми будемо фарширувати курку,
І я розкажу деякі секрети, яку правильно вибрати крупу, щоб ця начинка не була гливкою, не була сухою або перевареною, і курка мала приємний смак, і було би дуже-дуже смачно. Угу. Але спершу, Надійко, ми проведемо міні-вікторину. Як ти завжди моїм друзям-експертам задаєш питання, а сьогодні я вирішив проінспектувати тебе. А по якому вопросу? Як ти знаєш закарпатські традиції? Отже, перше питання. Що таке кіптарик? Кіптарик? Кіптарик. Розказуйте. Не знаю. От, чесно, кіптарик, кіптарик – це жилетка. Хутряна гуцульська. А щоб ти не забувала, що це є, я привіз її з собою тобі подарувати. Така гарна. О, красива. Ось така. Одягай. І ще є ось такий віночок, який називається чільця. Від слова чоло. Ага, кіптарик і чільце. Ось так. Красуня. Теперь, конечно, на все вопросы отвечу. Наверное. А тобі дуже йде. Дякую, красно. Ну що, зараз почнемо. Перш за все, розкажу, з чого готується страва. Перед нами курочка. Потрошена, вимита, вичищена. А ну, як там влияє? Це добре, що це на тебе так діє, але нам потрібно працювати. Отже, ми маємо випатрану курочку, помили її, просушили, маємо потрошка, кукурудзяну крупу, маємо спеції, масло, вершки, сметана, молоко, цибуля і одне яйце. А також секретний інгредієнт. Для того, аби наша курочка була з ароматною, хрумкою, золотистою скоринкою. На мед похоже? Ні, це яблучний сік. О, дійсно, неожиданно. Ну що ж, давай по порядку. Перш за все, нам потрібно подрібнити цибульку і нарізати потрошка. Цибульку ми подрібнимо в нашій машині. Ми беремо ось цю насадку. О, беремо цибульку, відрізаємо. Потрошка ми поріжемо ножем. Ось так. Вмикаємо машину. Не успіваєш слово сказати, а вже все готово. Для того, щоб измельчить лук, ми використовуємо насадку кухонний комбайн в нашій кухонній машині. Острі ножі з нержавіючої сталі моментально справиться з задачею, і ми отримаємо кусочки одинакового розміру. Швидко і без усилий з нашої сторони. Поїхали далі, знімаємо. Може, я тобі якось допоможу? Ми ж гуцулки народ роботящий. Звичайно. Ти можеш взяти і подрібнити потрошка. Ми беремо ось так. Ну, я смотрю, у тебя тут из потрошков только сердечки, да и печень, да? Звичайно. А також ще є шлуночки. А, є і пупочки. Да, мої дорогі, ви теж пользуйтесь моментом. Ігор проводить мастер-клас по приготовленню кукурузної крупи. Так що, якщо питання є, ви задавайте. Вот, у прекрасної дівчинки є вопрос. Сейчас в магазинах дуже багато різних видів крупи кукурузно-разного помола. А для чого використовувати ці різні помоли крупи? Всього три види помолу. Є дрібний, ось такий. Дрібний використовується для баноша і для мамалеги. Він готовиться за 15 хвилин. Є середній, ось такий. Готовиться за півгодини. Ми його сьогодні будемо використовувати для фарширування нашої курки, для начинки. І є крупний помол, ось такий. Використовують для італійської поленти. Його треба готувати десь приблизно 50 хвилин. А я тим часом змельчила субпродукти. Що далі робити? Дуже добре. І ми їх починаємо обсмажувати на рослинній олії. Спершу ми кидаємо пупки і сердечка, тому що вони більш щільнішу мають структуру і будуть чуть довше обсмажуватись. А потім кидаємо печіночку. Вмикаємо плиту, беремо сотейник або кастрюльку з товстим дном, наливаємо туди олії. На Закарпатті дуже часто використовують домашню олію. Вона надає страві свого аромату, тому що вона дуже пахне соняшником. Тепер ми сюди даємо
цибульку. Конечно, готовить из кукурузной крупы – это не только вкусно, если это сделать правильно, но еще и очень полезно. Кукурузная крупа достаточно низкокалорийна, в то же время насытная, и в ней много полезных элементов. И есть еще одно преимущество, которое для многих сейчас важно – это она не содержит глютен. Потому что глютен, как мы знаем, затрудняет впитывание полезных веществ в кишечнике, и у некоторых людей даже аллергия на глютен. Поэтому, если вы хотите приготовить без глютена, то используйте кукурузную крупу. Звичайно, ты все говоришь правильно. Наша цибулька чуть-чуть обсмажилась. Ми зразу відправляємо сюди субпродукти, тельбухи. Все це перемішуємо. Спочатку ми трішечки обсмажимо, а потім будемо тушкувати. Але нам потрібно ще піджарити кукурудзяну крупу. Поджарити? А зачем? Це такий секретик. Це для того, щоб вона не розварювалась і була більш ароматною. Це інтересний секрет, який ми використовували при приготовленні гречневої каші. Обжарити немного крупу для того, щоб потім каша получилась более ароматная, а самое главное, чтобы крупа не слиплась. Но, наверное, недолго нужно, да? Если она начнет пахнуть кукурузой, то ее нужно снимать. А вот у нас еще есть вопрос о кукурузной крупе. Скажите, пожалуйста, сколько я раз не пыталась приготовить вкусную кашу кукурузную, но она у меня постоянно пригорает, даже на маленьком огне. Точно. И каша дает плохой запах. Что делать? Спасибо. Я вам зараз розкажу унікальний метод готувати, щоб вона не підгорала і була смачною. Є такий метод приготування каші в горщику в духовці. На одну частину каші потрібно взяти дві частини води. Приблизно 40 хвилин готувати при температурі 180 градусів. Або можна зробити на водяній бані. Можна взяти велику сковорідку, налити води, поставити кастрюлю з крупою і на маленький вогонь, і так готувати її на протязі години. Звичайно, якщо вода в пательні википає, потрібно по чуть-чуть води додавати. І тоді ніколи каша не пригорить. Отже, вже запах пішов, ми можемо зняти і вимкнути плиту. Тепер ми перемішуємо ще раз наші тельбухи. Додаємо сюди крупу, ось так. Це все перемішуємо. Ми тепер додаємо молоко, додаємо сметану. Ну, тепер вже на баночку, скоро буде похоже. Додаємо вершки. Тепер ми це все перемішуємо, зменшуємо температуру. Тепер ми беремо водичку, додаємо воду і робимо консистенцію рідкої манної каші. Ось так. Воно буде томитися на маленькому вогні приблизно хвилин 10. Нам потрібно посолити, поперчити і додати спеції. Посолили, поперчили. Додаємо свіжий тім'ян і розмарин. Ось це будуть аромати. Наша каша вже готова. Ми зараз можемо формувати нашу страву. Але дамо начинці чуть-чуть охолонути, тоді додамо туди яйце і будемо фарширувати курку. А курицю нужно подготавливать каким-то особым образом? Мариновать ее как-нибудь, нет? Мы берем сухие специи, додаем сіль, тимьян, розмарин, трішечку олії, щоб спеції краще розкрилися. Змащуємо всередині курку. Зверху можна тільки посолити, тому що як ми змастимо спеціями, вони обгорять, як ми це знаємо. Це точно. Отже, ми беремо курку, починаємо підготовлювати. Перш за все, нам потрібно обрізати третю фалангу. Вона все рівно не їстівна і обгорить. А тим временем назрел ще один вопрос о кукурузній крупі. Смотри, от. Очаровательная наша гостья. Скажите, пожалуйста, а вот если все-таки каша пригорела и пахнет гарью, ну что сделать, чтобы ее не выбрасывать? А, не выбрасывать? Да, я хотела сказать, да. Что выбросить. А вот... Звичайно, жалко выкинуть всю кастрюлю. Нам потрібно взяти другу кастрюльку, перекласти туди кашу, ну, звичайно, без того, що підгоріло, взяти скоринку чорного хліба, поставити туди в кашу, накрити кришкою і залишити на півгодини. Хліб бере неприємний запах, і кашу можна буде їсти. Надо ж, як інтересно. Взагалі-то, якщо ви хочете кашу їсти і відчувати десерт, можна використати паличку кориці. Ну тоді каша буде мати чуть-чуть запаху кориці. Наприклад, я корицю люблю. Ну, оба варіанти хороші. Слегка остила начинка і можна добавляти яйцо. Ми додаємо сюди яйце. А ще я можу підсказати, як після того, як підгоріла каша, можна легше вимити кастрюлю. А це теж важливо, кстати. Нам потрібно взяти, налити туди води, додати 3 чайних ложки соди
і дати воді закипіти. І вся каша, і гарь сама відстане. З ума сойти, я не знала, такий простий спосіб. Отже, тепер ми ложкою просто ось так перемішуємо, ось так. Отже, начинка готова. Я взагалі-то люблю використовувати свіжі спеції. Відставимо поки що начинку, поверну сюди назад курку, візьму посолю, дам свіжого тім'яну розмаріну. Угу. І все. І все. Посолимо зверху трішечки. Ось так. І ось так. Втремо сіль всередині. Можна використовувати, якщо любите, коріандр, мускатний горіх. Всі спеції, які ви любите і які підходять до курки. А як ми знаємо, до курки підходять практично всі спеції. Ось так тім'янчика натираємо. Беремо також кусочок розмаріна. Залишати всередині ми не будемо. Все, тепер ми беремо кашу і начиняємо. А от этот інгредієнт, яблучний сок, ти не забув добавити нікуди? Надійко, я ж нічого не забуваю. Його додавати не треба. Ти зараз все побачиш. Ми беремо ось Інтересно. Так. І нафаршировуємо. Звичайно, це краще робити руками. Якщо в нас є, ота як тут порвано, можна, як я вже раз показував, можна просто зашити, а можна просто скріпити ж зубочисткою. Ти хочеш прямо всю начинку помістити? Ну, я так поняла, що розпирати сильно курицю нельзя, як завжди, коли ми її фаршируємо. Якщо ми кашу зварили практично до готовності, то можна її набити майже-майже повно, тому що каша не буде розбухати. Якщо ми візьмемо, може таке бути, що в нас немає такої дрібної крупи, ми беремо крупу більш плотнішу і не доваримо її, що вона візьме в себе, що вона може розбухнути, потрібно начиняти, так як ми начиняли гуску гречкою. Да. Не до повна. Отже, ми начинили. Тепер ми беремо ноги, ми зв'яжемо ниткою, ось так, щоб вона не втекла. Зубочистками ми скріпимо ось так. Це швидше, ніж зашивати нитками. Отже, беремо нитку десь приблизно такої довжини. Надійку, вімкне духовку на 190 градусів. Ми беремо нитку, складаємо ось так. Це коли нема ще третьої руки. Робимо ось таку петлю, ось так. Є третя рука, якщо вона потрібна. І ось так. Твоя рука, Надійко, завжди потрібна. Ось так. І тепер перемотуємо ось так. Ми беремо деко. Єсть. Тепер ми кладемо курочку грудинкою вниз. Ось так. А для того, щоб наша курочка не пересохла, ми додаємо води. Ми наливаємо стаканчик води. Тушиться, виходить, буде там вона у нас. Курочка буде смажитись, вода буде випаровуватися, вона буде як на водяній бані. Угу. Вона не буде підгорати і буде рівномірно запікатися. А тепер... Смазувати нічим її не треба? Тепер ми не змащуємо її нічим, тому що вона в нас жирненька. Ми ставимо її в духовку, випікаємо її приблизно 45 хвилин. За 10-15 хвилин до кінця ми змащуємо курку яблучним соком. І випікаємо до кінця, ще 15 хвилин. Яблучний сніг нам надасть ароматну скоринку. І ставимо в духовку. 190 градусів і 50 хвилин. Але коли ми будемо її куштувати, ти маєш відповісти на одне питання Вікторини. З удовольствием. А зараз залишилося 10 хвилин. Ми виймаємо курочку, поливаємо соком і відправляємо знову в духовку. Отличний план. А курочка запашна. Ми беремо ось так, поливаємо її соком. Здорово. Ось так. І опять в духовку. Вона в нас буде не тільки з золотистою скоринкою, а й з запахом яблука. Наконец, прошло 50 минут, и курица абсолютно готова. Будем доставать ее. Па-па-бам. Ну, выглядит шикарно. Секретом остается то, насколько вкусная кукурузная каша внутри. Секретом залишається то, яке буде останнє питання Вікторини, щоб ти скуштувала цю курочку. А то и не угостиш. Тогда придется отвечать правильно. Ну, давай. В який день року хлопці обливають незаміжніх дівчат водою? Так. І для чого це вони роблять? Ну, це явно не зимой, правильно? Вони ж все-таки цих дівчат люблять. Надійко, напряжися. Що, зимой? Ні. На Івана Купали? Ні.
Ну когда еще пахнет? Понеділок. Це понеділок. А почему? Це роблять в святий понеділок після Пасхи і обливають для того, аби вони були красиві і здорові. Какой прекрасний обычай. Не заслужила я кукурузную кашу есть. А тепер остання спроба. Добей меня, Игорек. Що таке кукуци, на твою думку? Это лепешечки, я думаю. Правильно. Це такі пампушечки, які роздають дітям перед Великодним четвер. Ой, здорово. А їх із кукурузи ли готовять? Їх роблять у вигляді пташок, но можна зробити з кукурудзи мілкого помолу. Вот и я себе на кукурузную кашу заработала собственными знаниями. Ну что, пробуем? Ух! Только давай я напомню, как мы готовили это блюдо. Возьмите потрошенную курицу, кукурузную крупу среднего помола, куриные потрошки, сердечки, печень и желудки, репчатый лук, яйцо, сливки, сметану, молоко, сливочное масло, яблочный сок, черный молотый перец, тимьян, кориандр, розмарин и растительное масло для обжарки. Потроха нарежьте кубиками, лук измельчите. В кастрюле с толстым дном или чугунке обжарьте в растительном масле на сильном огне. Вначале желудки, затем сердца, измельченный лук, печень, а потом поджарьте все вместе до полуготовности. Тем временем на сухой сковороде поджарьте кукурузную крупу, пока не начнет пахнуть. Засыпьте крупу к потрошкам, посолите, поперчите по вкусу, добавьте сливочное масло. Залейте немного воды, смешайте молоко, сметану, яйцо, сливки и залейте этим крупу с субпродуктами. Варите на слабом огне 10 минут до загустения и полуготовности крупы. Выпотрошенную курицу смажьте со всех сторон специями, начините внутренность кукурузной массой. Закалите отверстие живота зубочистками. Свяжите куриные ножки кухонной нитью. Поместите курицу грудкой вниз на дно формы, смазанной растительным маслом. Налейте на дно стакан воды и запекайте курицу 50 минут в предварительно разогретой духовке при 190 градусах. И за 10 минут до готовности курицы облейте ее яблочным соком. Ну что, будем пробовать курочку. Але да. Перш за все нам треба її нарізати. Для меня это настоящий экзамен, потому что я же пробовала это блюдо. Я знаю, каким оно должно быть на самом деле в оригинале. И мне необыкновенно интересно узнать, смог ли ты, Игорек, достичь такого же результата. Но внешне она, конечно, красавица. Я старался, она звичайно. И румяная, и такая целехонькая лежит, аппетитная вся. Меня больше всего интересует сегодня вкус кукурузной каши. Не тебе, разварилась ли она? Тебе цікавить начинка. Да, потому что она такая вкусная была в том блюде, которое я пробовала. Ой-ой-ой-ой, Игоречек. Хорошее семейное блюдо и для гостей, и на праздник. Таку кашу з потрошками можна готувати навіть без курки. Просто буде смачний гарнір. Абсолютно согласна. Вот так вот я і попробую сейчас. Вот. Каша. Это оно. Ідеальний вкус. Терези відповідають стабільності і спокою. Вони так люблять спокій у стосунках, що перетворюють життя партнера на сіру рутину. Усі намагання коханої людини щось змінити в стосунках натикаються на стіну нерозуміння, тому вашим близьким може стати нудно і нецікаво з вами. Вихід. Проявіть ініціативу. Не бійтеся змін і пам'ятайте, що взаємини – це не законсервована банка з компотом. У них неминуче з'являтиметься щось нове і краще, щоб ви були до цього готові та розуміли, що відбувається. Влаштуйте тематичну вечірку та запропонуйте партнерові з'явитися перед гостями в зовсім несподіваних образах. Астропрогноз для терезів. Уже з початку тижня натхнення стане вашим частим гостем. Але не поспішайте ділитися своїми творчими ідеями зі сторонніми. Є велика ймовірність, що весь запал і завзяття співрозмовник заглушить непотрібними порадами і песимістичними коментарями. Вірте в себе, і у вас все вийде. Телець незворушний. Тельці не звикли говорити про проблеми, котрі їх хвилюють, а намагаються подолати негаразди самостійно. Близька людина не завжди здатна збагнути, чи потребуєте ви допомоги і підтримки, чи комфортно вам у стосунках, або ви мрієте про якісь зміни. Ваш партнер почувається непотрібним і віддаляється. Вихід. Покажіть свою слабкість і поділіться переживаннями з близькою людиною.
Ви сильна особистість і можете самі впоратися з усіма проблемами. Та знаючи, що поруч кохана людина, яка зрозуміє і розділить з вами труднощі, ви дасте раду їм набагато швидше і краще. Напишіть близькій людині листа, смс і розкажіть, що сталося з вами за останні кілька днів. Попросіть поради або підтримки. Астропрогноз для тельців. Будьте особливо уважні до дрібниць. Випустивши з уваги невеликий промах на роботі або, наприклад, проігнорувавши легке нездужання, можете спровокувати набагато серйозніші проблеми і наслідки. Риби. Ви бачите все в рожевому кольорі, включаючи і стосунки з близькою людиною. Які ж вони насправді, риб геть не хвилює. Представники цього знаку псують взаємини з близькою людиною тим, що відмовляються бачити її в реальному світлі. Коли все ж настане час прозріння, розчарування не уникнути. Вихід. У стосунках не покладайтеся лише на себе і не варіться у власних переживаннях. Простягніть руку близькій людині і покажіть, якими ви бачите ваші взаємини. Проводіть спільний вечір разом з партнером, приготуйте в 4 руки вечерю, подивіться та обговоріть цікавий фільм. Астропрогноз для риб. Зірки радять рибам приділяти більше часу побутовим питанням. Скажімо, взятися за облаштування дому або затіяти генеральне прибирання. Це не тільки допоможе правильно організувати домашній простір, але й помітно поліпшить сімейний мікроклімат. На мой взгляд, сырники – это идеальный завтрак. Невероятно вкусный и полезный. Но если я буду продолжать есть свои любимые сырники, приготовленные по классическому рецепту, из жирного творога, с сахаром, мукой, зажаренные на масле до золотистой корочки, то я рискую не влезть в свое любимое платье. Надя, влезешь, если будешь готовить их по моему рецепту. Моя дорогая Анита Луценко, встречайте! Я действительно надеюсь на то, что сегодня мы узнаем какой-то новый диетический рецепт сырников, потому что я сырники обожаю, и я поняла, что в твоей семье происходит то же самое, обожание сырников. Да, Надя, для меня самый лучший завтрак – это сырники, и я тоже в какой-то момент поняла, что если я буду есть традиционные сырники с жирненьким творогом, с сахарочком и мукой, то не бывать мне тренером. Да. Поэтому я очень долго экспериментировала, пробовала всякие разные варианты и на гречневой муке делала. Боже. Посмотри, пожалуйста, на мой вариант гречневых. Результаты твоих экспериментов. Понимаешь, Боже. Да? Они получились такие серенькие. Такие вот на них смотришь, и, честно говоря, не хочется кушать. Даже мне. Неаппетитно. Пробовала добавлять мед, но они тогда разлазятся, становятся такие некрасивые, просто-напросто невозможно их слепить. Но путем стараний и упорства я нашла идеальный рецепт, который не калорийный, вкусный, нравится и мне, и всей моей семье. И они действительно сладенькие. Надюша, благодаря твоим программам, благодаря тому, что очень много секретов я увидела именно у тебя, все-таки идеальные сырники изобретены. Итак, Аниточка, поскольку ты заявляешь, что ты изобрела идеальные сырники, которые менее калорийны и не менее вкусны, чем те, которые я обожаю, то я, ты же понимаешь, не могла без испытания. Какое? Ты сказала, что твой дорогой с удовольствием ест эти сырники, но, возможно, он просто так тебя обожает, что потом подумал, да не буду уже расстраивать. Конечно, сколько можно она мучиться, приносит новые и новые, сделаю вид, что нравится. Поэтому я пригласила наших постоянных зрительниц вместе с их мужьями, которые, в принципе, сырники любят. Но сырники традиционные, скажем, классические. И когда ты свои диетические полезные приготовишь, мы на мужьях протестируем. Если им понравится, конечно. Так, сейчас выясним, насколько сильна любовь к сырникам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой муж очень любит сырники. Он просит их приготовить, ну, где-то порядка 5 раз в неделю. Я не могу себе отказать. Полностью вас понимаю. Да, и всегда тоже, ну, понятно, немножечко подъедаю. Зачем отказываться от сырников? Вот, я тоже так думаю. Поэтому как бы очень хотелось узнать рецепты на таких сырников, чтобы я тоже могла их кушать вместе с мужем, чтобы он немножечко пару килограмм сбросил. Ну, и я как бы к лету тоже. Кстати, вот в варианте приготовления моих сырников всего 90 килокалорий на 100 грамм, в то время как в обычных сырниках в 2 раза больше, 250 килокалорий. Да, это как раз вот то, что нужно. Я думаю, что все женщины начнут пользоваться этим рецептом.
Так, хорошо, давайте. Кто еще? Угу. Я очень часто готовлю сырники тоже. Сама привыкла не завтракать, но когда мужу готовишь на завтрак сырники и одолевают запахи на кухне, то ну, невозможно сдержаться. Слава богу, что одолевают. Ну что это за привычка не завтракать? Невозможно сдержаться и не попробовать. Я бы сказала, что лучше жирными сырниками, чем не позавтракать. Ну и, соответственно, набираешь вес за зиму. Потом хочется выглядеть красиво летом. Ежедневно... Какой-то суд над сырниками просто. Ежедневно их кушая, как-то ну, не совсем получается всегда. Понятно. Потому как бы очень хотелось бы получить вот рецепт диетических сырников, которые... Хорошо, мы поняли. Кто-то еще. Здравствуйте. У меня тоже вся семья обожает сырники. А вот сколько рецептов перепробовала. Угу. А сколько штук съедает муж сырничков с утра? Очень много. Ну сколько, 10? Порядка 10, это точно. Угу. Размер наших сырничков маленькие, поэтому можно 20. Спасибо вам огромное. Так интересно, что мужей мы вообще не спрашиваем, они просто молча ждут своей участи. Но на самом деле это будет, я надеюсь, удовольствие попробовать сырники, которые приготовим мы по рецепту Аниты, и откладывать уже некуда, кроме одного момента. Понимаешь, у меня уже такая традиция, я спорю, я не могу без споров жить. Да. Я спорщица. И поэтому, если, Анита, вдруг так получится, что несмотря на то, что в твоей семье эти диетические сырники прижились, но нашим... К объективным судьям они покажутся не такими вкусными, то я хочу, чтобы ты сделала что-то несвойственное тебе, то, что ты не делаешь. Но я так думаю, втайне хочешь сделать. Ты откроешь мой холодильник, найдешь там самую калорийную еду и съешь ее. А можно посмотреть? Прежде чем я вступлю в спор, можно глянуть, что там? Да, но ты в любом случае согласишься. Ты же не можешь сейчас открыть, посмотреть и сказать, нет, я не буду. Не, Анита бесстрашная, она не откажется. Смотри. Я уверена в своих сырниках. Я даже посчитала килокалории для тебя. Тра-да-да-да. Это называется страх спортсмена. Это Наполеон. Да. Это самое худшее, что можно съесть. Надя, знаешь, что у тебя вместо сердца? Наполеон! Камень. Я его все же припрячу. Давай. Итак, если сырники по рецепту Аниты окажутся не такими уж и вкусными, а просто низкокалорийными, то она съест все 5200 килокалорий. Между прочим, целый? Я готовила... Целый. Я готовила это для гостей. А пожертвую и отдам тебе. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Будем считать ваши аплодисменты подтверждением. Давай, приступим. Итак, нам понадобится 300 грамм творога, который перед этим мы перетираем через сито, для того, чтобы он был более воздушный. Идеально это 5% жирности. Не нужно много, не нужно обезжиренный. 5% просто супер. 5-9 даже можно. Затем нам нужна хурма. Она добавит именно сладости, и я думаю, что хурму любят все. Согласны? Да. Ее можно заменить какими-то сезонными фруктами, тоже для того, чтобы добавить сладости. Кроме того, мы используем яичный белок. Возьмем немножечко изюма и приготовим еще отдельно соус, который будет классным дополнением к нашим сырникам. Как мы видим, ни муки, ни сахара. Муки у нас нет, но у нас есть овсяные хлопья, которые мы перетрем, и, собственно говоря, это и будет нашей мукой. То есть никакого вреда, больше даже пользы, и вкус, собственно говоря, не меняется. Угу. И обязательно щепотка ванилина, потому что ваниль, аромат, сырники, неотъемлемые две вещи. Ты хочешь нас обмануть, сделать вид, что это классические сырники. Пахнут ванилин. Соус мы сделаем из малины и клюквы. А, вкуснятина. Очень удобно, что можно взять и зимой, если вы наморозили с лета, естественно, угу. Или купить в супермаркете. И не забываем, что клюква и малина станут еще и классными антиоксидантами, которые сделают вас моложе. Да, съели сырники. И помолодели. Похудели, помолодели. Готовы? Первое, что мы делаем, это чистим хурму и делаем пюрешечку. Покрошишь, пожалуйста? Да, как там? Мы в пюре а там потом буквально будет? Кубики, да, для того, чтобы потом перетереть в пюре. Проверить надо. Да, терпкое. Обязательно нужно все пробовать. Ты что? Хурма хорошая. Я забрасываю нашу хурму. Хочешь, не хочешь? Еще, может, кусочек? Я потом пюре еще попробую, вдруг невкусное вдруг получится. Стало терпкое, да? Да? Мы добавляем замоченный предварительно изюм. Чуть-чуть, опять-таки, тоже это то, что добавит нам сладости вместо сахара. И будем перемалывать овсяные хлопья в муку. Наша кухонная машина может делать несколько процессов одновременно. С помощью специальной насадки мы из овсяной крупы получили муку, а кухонный комбайн изготовил из хурмы нежнейшее пюре. Без усилий с нашей стороны. Вообще красота, да? Стоишь, да. Смотришь. Идеально. Посмотрел буквально сколько заняло? Ну, минута. За минутку мы еще и тесто сделаем. Мы также используем наш комбайн. Засыпаем нашу
овсяную муку, буквально получилось у нас 2 столовые ложечки. Вливаем пюре хурмовское, засыпаем творог. Надюш, можно тебя попросить разделить яйцо на желток и белок? Угу. Нам необходим только белок от яйца. Белок будет хорошо скреплять тесто, он не жирный, полезный. То есть мы еще раз немножечко нам калорийность снизили. Хорошо. Спасибо. Заливаем и буквально на кончике ложечки добавляем ванилина. Закрываем. Включаю. Конечно, нужно быть осторожно с жидкими ингредиентами, которыми в данном случае является хурма. Да? Если хурма будет большая, то не надо целую туда класть. Это жидкое тесто будет. Для того, чтобы наша масса не прилипала, я, естественно, смачиваю руки чуть-чуть водой. Достаем наше тесто. Хороший сырник! Делаем такую сосисочку. Да. И так, тут поменьше, тут побольше. Мы их обязательно запекаем. Удобство в том, что вставляешь в духовку на 180 градусов. Я нагрею. Давай, включай. И просто-напросто пошла себе заниматься своими делами. Не нужно стоять и ждать каждый сырник, чтобы не подгорело. То есть у тебя нету шанса спалить сырники. Вот такой вот подойдет с пергаментом? Да, отлично. Формируем наши сырнички. Делаем их плоскенькими, но небольшими. Сырники будем запекать, а не жарить. Это еще один плюс. Огромное количество масла не впитается в сырники, соответственно, они не станут очень жирными. Угу. Соответственно, вы не станете очень жирными. Спасибо. Отправляем в духовку. Духовку отправляем на 20 минут при 180 градусах. Ну, конечно, еще осталась заготовка для сырников. Потом использую. Теперь мы будем делать наш соус. Угу. Очень вкусный, который будет отлично дополнять сырники. Берем малину, включаем нашу. Также мы добавляем сюда немножечко цедры лимона для приятного аромата. Мы взяли замороженные ягоды, поэтому они у нас сейчас пустят сок и сами там немножечко приварятся. Привариваем буквально 10-15 минут. Затем охладим и взобьем их вместе с медом. О, вкуснятина будет. Ты же расскажи, как ты набрала вес, а потом от него избавилась. Да, во время своей беременности я набрала 21 килограмм, как порядочная беременная, которая кушает хорошо. Действительно, сырники обычные были у нас практически каждый день. Вот как вы говорите, 5 раз в неделю. Это идеальный завтрак. Вкусненько, любимый и завтрак. И можно, ты же беременная. Да, можно же себя побаловать, да. Тренироваться много не надо, прогулки, ну, такое. Вот, поэтому я достаточно много набрала, но, естественно, после родов пришлось очень быстро все это дело возвращать. И вернулась я буквально за 3 месяца, сбросила все. Угу. Стали, конечно же, много гулять, вернулись тренировки, ну и сырники сыграли не последнюю роль, потому что пришлось уже опять за своей едой следить так же, как это было до беременности, и питаться правильно, и выбирать вкусные десерты, но при этом и не калорийные. Прошло 15 минут, проварились ягоды. И мы теперь перебиваем наши ягоды вместе с медом. Угу. Сырники у нас, в принципе, тоже приготовились. Тогда я их достану? Давай, Надь. Такие маленькие творожные запеканочки получились. Да, маленькие, хорошенькие. Угу, не развалились. Они держат форму благодаря белку и нашей овсяной муке. Главное отличие заметно сразу. Эти сырники не блестят от масла, в котором их обжаривали. Мы добавляем буквально 1 столовую ложку меда в наши фрукты. Могла бы уже и там 2 малина. Добавить. Хорошо, я добавляю 1 себе и 1 для Нади. Да-да-да, потому что у нас соуса много. Если бы там была маленькая порция соуса, я бы даже не претендовала. Соус готов? У нас готов и соус, и сырники. Я сейчас напомню рецепт, а потом будем пробовать. Вам понадобится перетертый творог, хурма, овсяная мука, изюм, яичный белок. Предварительно замоченный изюм измельчить вместе с хурмой. Из овсяной крупы сделать муку. Соединить творог, овсяную муку, яичный белок, изюм, хурму. Добавить ванилин. Смешать до однородной консистенции. Сформировать сырники и выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Подавать с ягодным соусом. Для соуса проварить клюкву, малину и цедру на медленном огне 10 минут. Охладить. Перебить вместе с медом. Пришло время узнать, понравятся ли мужчинам эти сырники, в отличие от классических. И кто будет есть Наполеон? Хочешь Наполеон? Нет. Тогда угощай мужчин сырниками. Так, положим соуса. Чувствуется, что волнуется, хочет, чтобы понравились сырники. Встречаем сырники. Да-да-да. Это ваш. А я тут тоже. Прошу, угощайтесь. Начну дегустацию. Спасибо. На здоровье.
кто же что-то скажет? Или вы от вкуснотищи языки проглотили? Прекрасный вкус, аромат, все есть. Соус изумительный. Я думаю, жена будет готовить. Мне именно такие сырники. А ничего, что они не жареные, вас не смутило? Я же говорю, все есть. Мы привыкли, что они как бы такие румяные, потому что они в масле, но на вкус они просто прекрасны. И потом их можно залить соус. Спасибо, конечно, огромное. Передавайте, пожалуйста. Да, действительно, очень вкусные, нежные, необычные. Вот соус именно подчеркивает вкус сырников. Действительно, очень вкусно. Да, и вот туда вверх передайте микрофон. Можно просто соус кушать. А, кстати, соус мы зачастую дома не готовим, и поэтому у нас получается какое-то обычное блюдо. Да, в принципе, вот хотел сказать, что все дело в соусе, потому что действительно вид у них непривычный, вот нет этой вот корочки, да, привычной, но соус как бы скрашивает этот момент, и действительно очень вкусно. То есть я так понимаю, Наполеона мне не есть. Бедная Аниточка, прости, пожалуйста, ты осталась без Наполеона, ура! А у нас есть рецепт сырников, изумительно вкусный, я тоже попробовала, спасибо тебе огромное. Близнюки непередбачувані. Вони чудово знають про свою мінливість і страждають через те, що близька людина не розуміє причин їхніх несподіваних вчинків. Саме це і відштовхує вас партнером одне від одного. Вихід – дотримуватися традицій. Створіть з коханою людиною спільні звичаї і хай там що, дотримуйтесь їх. Це дасть вашому партнерові відчуття стабільності в стосунках з вами. Наприклад, заведіть звичку, що п'ятниці чи будь-якого іншого дня ходити разом у спортзал чи на прогулянку. Астропрогноз для близнюків. Цього тижня ви опинитеся в центрі уваги. Поради зірок. Не звертайте уваги на плітки. Швидше за все, їхня причина – банальна заздрість і бажання недоброзичливців вам насолити. У справах фінансових очікується прибуток. Чудова нагода підняти собі настрій приємними покупками. Раки, перестаньте жертвувати собою в стосунках. Раки готові зробити все для свого партнера і чекають за це похвалу чи нагороду. Коли кількість неоцінених жертв сягає критичної межі, взаємини псуються стрімко, остаточно і безповоротно. Вихід. Не драматизуйте. Дрібні розбіжності та суперечки – це не кінець ваших стосунків, а просто новий виток, який може зробити їх ще міцнішими. Краще приділіть трохи часу собі. Ви це заслужили. Підіть на шопінг або зустріньтеся з подругою. І завжди пам'ятайте, що ви маєте не лише віддавати почуття близькій людині, а передусім любити себе. Астропрогноз для раків. Тиждень виявиться непростим через накопичену втому і дратівливість. Щоб уникнути сварок і конфліктів з близькими, присвятіть більше часу собі, коханим. Невелика подорож, вечір за улюбленою книжкою чи похід у спа – вибір за вами. Головне, щоб ви змогли відволіктися від турбот. Хотите выглядеть так, как будто вам всегда 25? Оказывается, это можно сделать с помощью специального комплекса упражнений из йоги. Своими уже секретами поделится моя подруга, наш эксперт Аня Ларина. Встречайте! Танюшка, привет! Привет, привет, дорогая! Но кроме этого, ты обещала, что сегодня нас ждет настоящий эксклюзив. Какой-то сногсшибательный сюрприз, и мне просто не терпится узнать, что же это будет. Может, поделишься? Обязательно поделюсь, но я этим поделюсь чуть позже. Я нашла комплекс упражнений, которые помогают как раз остановить возраст. И не только остановить, а действительно помолодеть. Но сначала я хочу с вами поговорить, откуда я вообще узнала про этот комплекс упражнений, и вообще, как я заинтересовалась им. Я нашла такую замечательную бар, ее зовут Кэнди Ло. Она модель из Китая. И скажу даже такой момент, она же рекламирует одежду для школьниц. И вот я хочу, чтобы вы со мной сейчас сыграли в игру. Я предложу нам посмотреть ее фотографии, и надо будет угадать ее возраст. Согласны? Давайте это сделаем. Давайте посмотрим на фотографии. Угу. Красивая, угу. Да? И я попрошу сейчас поднять руки тех людей, которые считают, что вот этой модели 25 либо ниже. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, хорошо. Поднимите руки те, кто считает, что ей от 25 до 35. Так, замечательно. Теперь скажите, кто считает, что ей от 35 до 45. О!
Поднимите руки те, кто думает, что ей за 50. Ну, ты шутишь, что ли? Ну, надо же спросить. Нет, она все-таки рекламирует школьную форму. Ну, наверное, 25. Чувствуется, что здесь есть какой-то подвох. Она выпустила фотокнигу о себе, где она показывает свою жизнь. Карьера Кэнди Ло началась в 1991 году. Теперь вы можете примерно понять, сколько ей лет. Ну, может, она с 5 лет уже модель. У нее трое взрослых детей. Угу. Кстати, вот посмотрите, это она со своими детьми. Слушайте, ну точно не 25 и даже не 30, ну не может быть. Ага. А сколько тогда? Сколько же ей лет? Она сама раскроет нам эту тайну, когда мы с ней сегодня будем общаться по скайпу. Какой сюрприз! Мы будем с ней общаться? Да. Не пропустите, вы что? Готовы? Она сейчас с нами выйдет на связь. Давайте же ее поприветствуем. Ой, какая красивая, да? Hello. Здравствуйте, Кэнди. Привет. How old are you? Мені 52 роки. Люди очень многие не верят, что вам 52 года. На підтвердження цього я покажу свій ID-паспорт. Точно. Во многих статьях говорится, что один из секретов вашего внешнего вида – это еда. У вас есть какие-то секреты питания? Я їм 5 або 4 рази на день, але маленькими порціями. Моє тіло підказує мені, коли можна поїсти наступний раз. Більше води, більше фруктів і овочів. Кожного ранку перед тим, як почистити зуби, я випиваю стакан гарячої води. Всередину кладу кусочок лимону. А какими видами спорта вы занимаетесь и что помогает вам поддерживать такую форму? Флай-йога – это секрет моего довголіття. Флай-йога? Крім того, що ти займаєшся, ти ще й зменшуєш свій тиск. Кенді, а що ви посоветуєте жінкам, які хочуть виглядати точно так же, як ви в вашому возрасті? Тобто нам. Щоб бути такою, як я, найважливіше бути щасливою і любити себе. Більше посміхатися, радіти дрібницям, займатися тим, що вам до душі, і гарно вдягатися. Коли є на це причини і коли її нема. Ви можете не застосовувати секретики стилю, які знайшли в журналі. Просто вибирайте те, що подобається саме вам і від чого ви отримаєте задоволення. І ще важливо розвиватися розумово, щоб залишатись привабливою не тільки зовні, а й всередині. Коли у вас є час, більше читайте і звертайте увагу на світові новини, щоб бути в курсі, що коїться в світі. Це дасть вам змогу підтримувати розмову в будь-якому оточенні і завжди справляти гарне враження. Зовнішня краса завжди залежить від внутрішньої. Якщо ви будете притримуватись цих простих правил, то ваша краса ніколи не мине. Прекрасная женщина, выглядит великолепно, такая энергичная, темпераментная, делится своими секретами, среди которых, как мне очень понравилось, хорошее настроение, улыбка, доставит себе удовольствие. Но не у каждого есть такая возможность. Да, сейчас в спортивных клубах почти везде есть флай-йога, то есть на таких подвесных, я даже не знаю, как они называются, штуках, но это дорого, и дома такое не сделаешь. И понятное дело, что дома мы это не можем сделать, и нам необходим комплекс упражнений, который будет точно так же, как флай-йога, омолаживать наш организм. Именно по этому поводу я подобрала комплекс упражнений, которые можно делать в домашних условиях и не ходить никуда в спортзал, а выделить на самом деле себе от 15 минут. Самое лучшее – это утром делать вот эти упражнения, когда вы только проснулись, еще до завтрака, потому что этот комплекс тогда еще помогает. Мало того, что омолодиться, он еще помогает похудеть на самом деле, потому что я на себе попробовала, и результат как раз виден на мне сейчас. Но нам не придется летать или висеть? Нет, ни в коем случае. Но единственное, прошу, конечно же, как всегда, перед любым комплексом упражнений сделать разминочку, то есть размять ножки, размять попу, ручки, то есть поразминаться. А есть ли противопоказания у этого уникального комплекса? Есть эти противопоказания, и их не так много на самом деле, хотя надо о них знать. Первое, если у вас есть наличие травмы колена, повреждения межпозвоночных дисков. Кстати, об этом я буду говорить еще, потому что у меня была операция на спине, мне удалили часть диска, я вернулась в йогу, то есть мне это не мешает заниматься йогой. Следующее противопоказание, нельзя заниматься этим комплексом, если у вас действительно высокое артериальное давление. Ну, здесь точно нельзя. Итак, если у вас есть травма головного мозга и также есть травма сетчатки глаза, все, что связано с головой, да, вот поспокойнее, да. Как бы мы ни хотели выглядеть молодо и красиво, нужно себя все-таки беречь, поэтому приступаем. У нас есть коврик, огромное желание, немного места и поддержка наших гостей и зрителей. Первое упражнение. Спасибо.
Итак, первое упражнение, первая асана называется согнутая свеча. Но на самом деле мы ее знаем еще со школьного времени. Кто знает упражнение «Березка»? Но это упражнение чем потрясающе. Дело в том, что когда мы его делаем, у нас кровь отливает от конечностей и приливает непосредственно к лицу, к коре головного мозга. И в этот момент лучше начинают действовать капилляры мозга и идет омоложение. Поэтому я его очень люблю, на самом деле. И вообще я его с детства люблю. У меня всегда очень хорошо оно получалось, поэтому я, конечно же, его покажу. Пожалуйста, мы очень хотим посмотреть и попробовать сделать. А это упражнение еще называют машиной времени. Так. Итак, мы, как обычно, ложимся и начинаем поднимать ноги. Первое, упор идет на руки, на локти, так, чтобы задержаться. И в этой позе можно стоять примерно до 5 минут. Больше не надо. Если вы только начинаете, то до минутки. Если вам это тяжело, то в этом случае лучше сделать вот так и опереть ножки на стену под прямым углом. Можно положить под бедра подушечку, чтобы было чуть выше. Помолодеем слишком, не узнаете меня потом. С этим упражнением, я думаю, всем все понятно. С каждого упражнения йоги надо выходить очень-очень спокойно, очень плавно. Йога, в принципе, очень плавная. Сколько ягодков уже сбросила? Еще пока нисколько, Таня, надо продолжать работать. Давай следующую. Итак, второе упражнение, замечательное упражнение, оно называется асан-голубь. Как оно делается? Опять-таки на коврике, и асан, этот асан очень хорошо открывает именно тазобедренные суставы. То есть разминает их и дает возможность вот здесь больше прилива крови для того, чтобы омолодить внутренние органы еще наши. Омолодятся внутренние, отразится на внешних. Этот асан очень хорошо помогает нашему организму избавиться от стресса, потому что в нем очень удобно расслабиться и отдохнуть. Но расслабиться, естественно, тогда, когда он у вас уже хорошо получается. Вам необходимо будет одну ногу вывести вперед и положить под бедро. И получается это вот таким образом. Когда вы только начинаете делать, будьте аккуратны. У кого-то может не получиться сразу сесть глубоко. Поэтому сядьте настолько, насколько у вас получится. Если у вас получится вот так, уже хорошо. Постепенно вы, просто начиная расслабляться, сможете положить так, что вы даже сядете. Но при этом нельзя завалиться. То есть под наклоном сидеть — это уже не голубь. Потому что здесь уже будет выворачиваться позвоночник. И в этой позе, в этой асане хорошо вытягиваются все межпозвоночные диски, и позвоночник у нас отдыхает, потому что обычно мы сидим согнутые, а здесь мы можем его выпрямить. Долго быть голубем? Минуту хватит. А на левую ногу тоже быть обязательно голубем? Обязательно. Мы же любим две свои ножки, я так надеюсь. Да. Итак, стресс очень сильно влияет как на женщин, так и на мужчин. Поэтому, когда мы начинаем снимать с себя стресс и делать эти упражнения, у нас, естественно, омолаживается организм. Супер. Ой, как приятно, Танюш, такая растяжечка. Так, а знаешь, вот тепленько. Всегда приятно, да, вот здесь, когда потянули, потому что мы редко, когда даем своим суставам вообще отдых и растяжку. Комплекс очень важен для людей, которые сидят очень много, потому что потом ходят, шаркают ногами, знаете, вот эти вот вариации «тянет тапочки за собой», как старушечка. Ну, а мы же знаем, что наша походка тоже выдает наш возраст. Следующая асана называется «щенок». Что мы делаем? Мы ложимся и попой вытягиваемся вверх. Какая отличная идея. И поехали вытягиваться вверх. Ап, ап. Хорошо, подожди, подожди, потому что мы сейчас из этой позы будем выходить в следующую. Положи грудь на пол. Положила. Дальше мы выходим в следующий асан. Асан называется «собака мордой вверх». Взрослеем. Мордой вверх. Вверх. И тоже где-то минутку задержались. И дальше будет следующая поза, к которой мы выходим. Это собака мордой вниз. Понимаете, да? Да. Вот таким образом мы становимся. И дальше мы выходим в асану утан асана. Ножку подтягиваем под себя, под грудь. Да. И начинаем постепенно, приставляя. Не-не-не, приставляя вторую. Подниматься и зафиксироваться вот в такой позе, чтобы руки доставали до пола. Но если у вас не достают, не надо напрягаться. И постепенно начинаем разгибаться очень-очень-очень медленно, выходить в прямую позу. Как часто нужно делать упражнения? Этот комплекс упражнений можно делать 3 раза в неделю. Если есть желание
каждый день, можно и каждый день, потому что достаточно простой комплекс упражнений. Что же делают вот последние упражнения, которые мы показывали? Они вытягивают, опять-таки, очень хорошо позвоночник. Все наши мышцы возле позвоночника начинают подкачиваться очень-очень аккуратно, потому что, когда мы прогибаемся, да, мышцы в тонусе, но при этом позвоночник растянут. Когда мы выходим в собаку мордой вниз, здесь как раз позвоночник растягивается, и мышцы спины отдыхают в этот момент. И вот момент, про который я хотела сказать. Последнее упражнение, когда мы уже выходим полностью вот в это упражнение, да, здесь при травме спины, пожалуйста, будь очень аккуратна, потому что у тебя растягиваются также вот спинные мышцы и позвоночник, и ни в коем случае не надо напрягаться. Вот этого точно нельзя делать, потому что то, что будет идти через боль, будет плохо. Ты должна встать в такую позу, когда тебе удобно. И постепенно уже будут мышцы растягиваться, ты сможешь постепенно ниже опускаться. Поэтому, если вы даже где-то коленочки чуть-чуть согнете и не будете доставать до пола, это тоже хорошо. Пожалуйста, не напрягайте себя до боли. Весь этот комплекс дает нам возможность тонизировать организм, держать все наши мышцы в тонусе и дает возможность организму быстрее омолаживаться. Танюша, огромное тебе спасибо. Такие прекрасные упражнения. Я растянулась, бодрилась и готова молодеть и хорошеть вместе с вами, мои дорогие. Кто будет делать этот комплекс? Ручки вверх. Молодцы! Молодцы! А я спешу сообщить вам радостную новость. Девочки, есть отличный повод устроить сюрприз друг другу в преддверии Дня подруги. Спонсор, торговая марка «Ева», дает вам возможность подарить хорошее настроение в честь праздника. Подробности на сайте stb.ua. Козирі, у стосунках козироги намагаються все контролювати, навіть у дрібницях. Вони готові вирішувати за свого партнера все і вся. При цьому представники цього знаку часто не розуміють, що прораховані та передбачувані стосунки набридають партнерам. І той або намагається їх розворушити, викликаючи в козирога стрес. Вихід. Рішення 50 на 50. Постарайтеся розділити обов'язки і відповідальність коханої людини. Дозвольте їй приймати тактичні рішення, а самі зосередьтесь на стратегії. Запропонуйте партнерові сходити в кіно. Ви вибираєте день і час, а ваша близька людина – фільм, який ви подивитесь. Астропрогноз для козирогів. Козироги можуть відчути втому і навіть апатію через накопичені справи. Поради зірок. Правильно розставити пріоритети і частіше казати «ні» людям, які намагаються свої проблеми розв'язати вашими руками. Тоді зумієте розібратися з усім без особливих зусиль. Скорпіони псують стосунки своїми спробами все поліпшити. Представники цього знаку постійно намагаються вдосконалити кохану людину, не враховуючи її думки. Шукаючи проблему там, де її немає, скорпіони повсякчас тримають свого партнера в напрузі, тим самим позбавляючи взаємини радості та позитиву. Вихід. Замість безперервно розбирати та аналізувати стосунки з близькою людиною, переведіть свої емоції на улюблену справу чи хобі. Поділіться з партнером своїми мріями, попросіть допомоги в реалізації свого проєкту. Астропрогноз для скорпіонів. Будьте обачніші у висловлюванні, особливо коли справа стосується суперечок з колегами і керівництвом. Надмірна наполегливість і самовпевненість можуть зіграти проти вас. Зате у справах сердечних тиждень обіцяє багато позитивних емоцій як сімейним скорпіонам, так і самотнім представникам знаку. Хотите побаловать себя спа-процедурами? Вам понадобятся грецкие орехи. Не знаю, как мы будем их использовать, грызть что ли? Все подробности у моей гости, мастерицы и косметолога Ани Терещенко. Встречайте. Анечка, здравствуй. Рада тебя снова приветствовать. После прошлого раза, когда мы готовили с тобой шампунь против перхоти в виде кексиков, я была очарована так же, как и все наши зрители. А сегодня что-то новенькое, рассказывай. Надюша, у меня сегодня для тебя есть такое небольшое задание. Мы вооружимся орехами, кокосом и апельсином. А для чего, я расскажу немножечко попозже. Это будет сюрприз. Я попрошу тебя сейчас очистить наши грецкие орехи на половинки, также разрезать наш апельсинчик на половинку, вытащить всю мякоть и расколоть кокосовый орех. Справишься? Ну, с орехами.
принципе, грецкими, с апельсинами справлюсь, а вот с кокосом тут, наверное, понадобится грубая мужская сила. Ну что ты, я знаю секреты, я с тобой сегодня ими поделюсь, и у тебя все получится. Спасибо тебе огромное. Ну что, я начинаю. Сегодня мы будем делать ароматическую свечу, которая будет увлажнять, питать нашу кожу. Для этого нам понадобится... А, подожди, ароматическая свеча для увлажнения кожи? Подожди, мы что, ее будем плавить? И наносить этот воск. Это будет необычная свеча, не парафиновая, очень даже полезная, многокомпонентная и даже трехцветная. Угу. То есть все-таки мы будем наносить ее на кожу? Да, конечно. Необычно, правда? Методом многих экспериментов я разработала оригинальную рецептуру, которой сегодня я поделюсь с тобой и с нашими зрителями. Угу. Я сейчас сразу приступлю уже к изготовлению, чтобы не терять время. Давай. Нам понадобится пчелиный воск. Мы берем его 3 грамма. Сразу же укладываем на водяную баню топить. Очень необычная идея использовать ароматическую свечу для ухода за кожей. Как она тебе в голову пришла? Всему виновник мой муж. Как-то на день влюбленных он мне подарил такой необычный подарок, ароматическую свечу в виде сердечка. Угу. Я, конечно же, как любопытная женщина, сразу же изучила состав. Меня покорил этот подарок и рецепт. И я методом многих экспериментов решила создать свой уникальный продукт. Без всяких добавок, без всяких консервантов, что мы сегодня, собственно, и делаем. Масло ши 9 грамм. 9 грамм? Да, все четко. Масло какао 9 грамм. 9 граммов, это важно в данном случае. А что, собственно, из орехов-то нам понадобится? Сами ядрышки полезные и вкусные или скорлупа, которую мы обычно выбрасываем? Это будет еще сюрприз, Наденька. Давай, не торопи события. Также нам понадобится стеариновая кислота 7 грамм. Стеариновая кислота и пчелиный воск в нашем составе, они образовывают защитную пленочку на нашей коже, надежно запирая влагу в ней. Также являются эмульгатором, то есть помогают маслам соединиться хорошо и придадут твердость нашей свечке. И помешиваем. Так, с орехами покончено, и я начинаю вычищать апельсин. Ну вот эта задача понятная. Когда я думаю о кокосе, что я буду с ним делать, как я его очищу, то, честно говоря, ума не приложу. У кокоса, как и у всех нас, есть слабое место. Сейчас я тебе покажу, как его найти. Ну, вот чем я похожа на кокос? Тем, что у меня есть слабое место. Да, кто бы мог подумать. Мы помешиваем до полного растворения. Ой, наверное, жутко дорого такие свечи стоят, если их покупать. Вот как тогда твой муж, когда тебе подарок сделал? Да, в магазине, ну, все зависит от объема, ну, от 150 до 300 гривен такая свечка. А нам во что обойдется? Ну, нам такая свечка выйдет в 30-35 гривен всего лишь. Вот масса это экономия. Помешиваем до полного растворения компонентов. Ну что, Наденька, давай приступать к потрошению нашего кокоса. Вот он. Вооружайся отверткой. Нам нужно сделать вот в этих дырочках углубление нашей отверткой. 2 или 3. Чтобы потом мы могли впоследствии слить кокосовое молоко. Можно заодно и кокосовым молоком полакомиться. Конечно, он у нас есть куда выливать, так мы сейчас так и сделаем. Они не все одинаково легко проделываются, но вот одно получилось, сейчас попробую еще одну. От верхушки кокоса, там, где мы проделали 3 отверстия, нам нужно отступить на треть и простукать по всей поверхности молоточком, либо отверточкой. И он расколется, и он легко разделится. Наша основа растопилась, я уже убираю ее с водяной бани. Аккуратненько. Все получилось. Помешиваем. Хорошо. Поверхность кокоса, его высота 1/3. Начинаю простукивать. Да, Наденька, у тебя чудно получается. Ничего сложного. На 1/3 от верхушечки мы стучим по кругу, и она легко отделяется. Как только появилась трещина в кокосе, можно ставить туда острие ножа, и она дольше податливее расколется. Видишь, все получилось. Абсолютно точно. Ура! Видишь, ты справилась. Умница. Не скажу, что было прям совсем легко, но и не сложно, если знать секреты, которыми поделилась Анечка. Замечательно. И что теперь с ним делать? Теперь нужно вынуть всю белую мякоть. У тебя есть ложечка, пожалуйста. Вооружайся. А я продолжу дальше. Так, наша основа готова. Нашу свечу мы будем делать вот такой вот рюмочке. Нам понадобится фитиля. Обычная веревочка, нитка. Как нам сделать фитиль? Нет, это фитиль для свечей. Можно использовать толстую хкбшную нить, которая есть в каждом доме. Я только ее провощила, опустив растопленный воск, и немножечко она застыла. Буквально это мгновенно. А какая длина нити нужна? Ну, примерно 10 сантиметров. Потом, если что, мы подрежем. Отлично. То есть вот такой вот шнур, окунув в воск, он становится вот такой вот податливый, держит форму, чтобы наш фитиль не падал. Будет удобно его в нашу свечку опустить. Угу. Мы делаем на обычную 50-миллилитровую рюмочку, которая есть, в принципе, в каждом доме. Не нужно делать затраты на нашу упаковку. Это уже форма для свечи, вот да, эта рюмка, да? Да. Угу.
Можно вот так вот немножечко загнуть, чтобы удобнее было его поставить. И буквально вот таким нехитрым движением придавить. Да. И получается, что она легко прилипла. Как здорово. Да. Для того, чтобы отцентровать наш фитилек, можно использовать палочку. Все, это мы установили, теперь работаем дальше. Мы должны разделить на три части. Почему? Потому что они все будут три разного цвета, будут иметь разный запах и разные свойства. То есть мы делаем сейчас три свечи? Нет, мы делаем одну, но трехцветную, трехкомпонентную, вот очень полезную. Теперь уже становится все ясно. То есть это будет свеча из трех разных по виду частей, да? Да, да, все верно. Я вообще до сих пор гадаю, зачем нам скорлупа орехов, кожура апельсина, кокос. Наденька, чуть-чуть терпения. Скоро ты все узнаешь. Угу. Делим на три части. Одна есть. Аккуратненько. Два и три. Как видишь, когда мы разделили, уже масса наша начинает охлаждаться. Чтобы да, нам удобно быстро было работать, мы поставим опять на водяную баню. А теперь в каждый слой мы будем добавлять, подкрашивая его природными красителями. Первый слой у нас будет зеленый. Мы его подкрасим с помощью масляного хлорофиллипта. Хлорофиллипт — это вытяжка из плодов и листьев эвкалипта, настоянная на масле. Ой, это еще и полезно. Очень полезно. Угу. Он имеет антисептическое действие, успокаивающее, плюс придаст прекрасный бриллиантовый оттенок нашей свечи. На зеленку похож. А где его брать? Его можно приобрести с легкостью в каждой аптеке. Нам понадобится одна чайная ложечка, ну или 5 грамм. Помешиваем нашу массу каждую. Есть! Ох, и потрудилась я сегодня. Теперь мне нужны спа-процедуры, это точно. Хлорофиллипт разглаживает нашу кожу, питает, увлажняет, насыщает кислородом. Одна польза. Также хлорофиллипт выступает природным красителем. Добавляем одну чайную ложку или 5 грамм. Да, ну, пожалуй, польза не менее важна в данном случае, чем красота. Поэтому конечно, хлорофиллипт идеально. Тщательно перемешиваем. А это он недорогой? Это уже приятно пахнет. Нет, в районе 20 гривен это стоит. Большого пузырька хватит надолго. Конечно. Видишь, какой у нас красивый зеленый цвет получается? Насыщенный. Помешиваем. Поскольку это у нас аромасвеча, мы должны же ее ароматизировать. Мы возьмем эфирное масло бергамота. Вот где аромат. Да. Нам понадобится 5 капелек. И по цвету, смотрите, подходит. Тоже зеленоватое. Я очень старалась. Также мы добавим витамин Е. Витамин Е в данном случае выступает антиоксидантом. И поскольку мы не используем консервант, витамин Е поможет разгладить нашу кожу и также продлит срок годности наших масел. То есть выступит в роли консерванта природного и полезного. Да, и полезного. Полезного, точно. Размешали. Итак, заливаем первый слой. Масло бергамота у нас является афродизиаком. Поможет нам настроиться на романтическую атмосферу. Отлично. Да. Итак, первый слой. Наш фитилек достаточно длинный, мы уже сразу можем его укоротить. Пожалуйста. Стаканчики звенят, прыгают на водяной бане просто. Вот, Наденька. Но нам нужно поддерживать температуру и консистенцию, поэтому потерпим. Да, конечно. Итак, наш первый слой застыл. Вот он какой замечательный. Да. Приступим к изготовлению второго слоя. Итак, забираем нашу вторую основу. Аккуратно, не обожгитесь. Дома используйте прихватки. Но у меня тоже могла бы использовать, но ты просто не боишься такой температуры. Да, я уже привыкла. Это опять же наш витамин Е. Напоминаю, 5 капелек в каждый слой. Хороший, безопасный консервант, полезный для нашей кожи. Антиоксидант, одна польза. Перемешиваем. Также миндальное масло. В качестве базового в прошлый слой мы добавляли эвкалиптовую настойку. Сейчас мы используем миндальное масло. Для женского организма и женской кожи это особо полезное масло. Это тонус, питание, увлажнение. Опять же чайную ложечку. Наливаем. А по цвету будет другим, не таким, как предыдущий слой. Да, конечно. Вот сейчас он выглядит желтым, но ты увидишь, что он будет другого цвета. Это тоже своеобразный сюрприз. Также мы будем использовать эфирное масло лаванды. Это, наверное, одно из моих любимых масел. Почему? Ну, наверное, одно из самых первых, которым я начала пользоваться. А потом уже мой список составляет сейчас около 50 любимых только. Также добавляем 5 капелек. Эфирное масло лаванды – это релакс, расслабление. И перемешиваем. Все еще желтое. Да, а поможет нам снять напряжение в конце рабочего дня. Миндальное масло не только питает, также повышает тонус нашей кожи, увлажняет ее. И аккуратненько заливаем. Нам нужна рабочая температура, чтобы оно не было слишком горячим, чтобы не подтопило этот слой, чтобы наши слои все держались отдельно. Заливаем. А цвет так и остался желтоватый? Ну, пока желтоватый. Ты увидишь, он застынет сейчас и будет белый. Как видите, наш второй слой застыл, он из желтого превратился в белый. Да, точно. Теперь мы можем приступать к изготовлению
третьего слоя. Он будет у нас желтый. Действительно желтый? Да. Мы его будем делать желтого или даже оранжевого цвета при помощи облепихового масла. Ой, ну это прелесть. Просто кладезь. Конечно. Витаминов. Также чайная ложечка или 5 грамм. Я бы согласилась на одноцветную свечу. Но когда ты стала рассказывать, с помощью каких компонентов ты будешь окрашивать, я поняла, что это не просто красота. Прежде всего, уход за кожей. Конечно. Облепиховое масло обладает массой витаминов, повышает эластичность кожи, предотвращает от высыхания, шелушения, питает. Мы добавляем масляный витамин Е 5 капелек, который тоже можно купить в любой аптеке. И помешиваем. А чтобы придать аромат нашему красивому желтому слою, мы будем использовать эфирное масло апельсина. Ох. Когда сам слышишь апельсин, уже повышается настроение. Действительно, эфирное масло апельсина обладает антицеллюлитным действием, повышает настроение, тонус, общее состояние улучшает. Тоже нам 5 подходит. Капелек. Тем более, что мы каким-то образом будем апельсиновую кожуру использовать, пока еще кое-кому непонятно каким. Ты еще не догадалась? Нет. Сейчас и мешаем. Наверное, ароматы меня сбивают с толку. Здесь очень так приятно пахнет. Правда? У нас. Помешиваем. Видишь, Наденька, наш слой беленький. Точно белый. Как я и обещала. И аккуратненько заливаем наш третий слой. Ну и на этом мы не остановимся. Также мы будем использовать декор. Тоже полезно. Мы для этого возьмем, как ты думаешь, что это? Шоколад, что ли? Нет, это воск. Это восковые сердечки. Вот, я приготовила заготовку сегодня. Это обычный воск, я его растопила, подкрасила жировым красителем и вылила в такую вот палеточку. Что за жировой краситель? Он также продается в магазинах для творчества, для маловарения. Его легко приобрести. Для этого нам понадобится, чтобы получить вот такие сердечки, вот такие вот формочки, их можно найти в кондитерских магазинах, в магазинах для творчества. А мы когда-то показывали, как можно такие маленькие формочки сделать, например, из тюбика губной помады или даже из стержня, в котором уже закончилась паста. И легким движением просто нажимаем. Раз. Как печеньки. И достаем. Вот разного диаметра у нас получается сердечко. Наша свеча уже немножечко подстывает. И уже мы можем внедрять наш декор. Мы выберем самые красивые сердечки. Будем вот так вот класть. То есть, опять же, никакого вреда. Красота и польза. Но они потом не помешают пользоваться этой свечкой? Нет, нет, они просто растопятся точно так же, как все масла. Такая красивая, милая. Вот что у нас получилось. Да, замечательно. Пока наша свеча остывает, наконец настал тот момент. Я тебе расскажу, для чего нам все-таки пригодится кокос, апельсин и ореховая скорлупа. Ну давай уже раскрывай свои тайны. Поскольку можно нашу свечу делать не только вот в таком вот сосуде, в прекрасной рюмочке, также можно использовать скорлупу в качестве сосуда, нашу апельсиновую цедру и также кокос. Для этого, опять же, нам необходимы фитили. Они у нас есть разного размера. Для орехов грецких нам понадобятся совсем небольшие, сантиметра 3-4. Мякоть кокоса убираю. Да, сегодня конечно. Она нам не нужна. У кокосового ореха получилась не очень ровная такая Ничего поверхность. Страшного. Все совершенство, мне кажется, в неровности. В принципе, ты права. Это тоже красиво. Также устанавливаем фитиля. Ой, какой маленький. Это могут быть как плавающие свечи. Скорлупа достаточно легкая. Да. И можно даже напустить ванну с пузырями, зажечь такие свечи. Да, мы в детстве делали кораблики из таких скорлупок. А я пока сделаю фитиль для апельсиновой свечи. Получается. В принципе, все то же самое, что со стаканчиком, по чуть-чуть. Угу. И кокос вообще главный герой сегодня у нас. Я свечную массу делала с запасом, чтобы хватило на наши сегодняшние сюрпризы. Спасибо. Очень хочется посмотреть, какими получатся эти свечи. Предлагаю апельсин залить оранжевым цветом. Угу. С эфирным маслом апельсина, соответственно. Да, пожалуйста. Тут, конечно, и не нужно нескольких цветов, чтобы поразить воображение, потому что свеча в апельсиновой кожуре – это здорово. Я весь выливаю? Да, вот так достаточно. Покажу. Так. Как видите, форма подачи может быть абсолютно любая. Подключайте фантазию, а я справлюсь с нашими половинками. У тебя прямо ювелирная работа. А ну-ка, попробуй, не пролей. Какие маленькие и симпатичные. Сейчас она застынет, и все у нас. А то я собиралась уже держать, пока свеча не застынет. Так мне хочется посмотреть на результат. Для быстрейшего застывания можно в холодильник ставить? В принципе, да, мы можем это сделать. Конечно, эти свечи настолько прекрасные, полезные, ароматные, из натуральных ингредиентов. Но возникает вопрос, а как долго можно их хранить? Наша свеча прослужит достаточно долго, хранится она в обычных условиях, в сухом темном месте, минимум год. А, отлично. Вот что у нас получилось, смотри, Наденька. Ну, а теперь, как правильно этим пользоваться, чтобы получить максимум удовольствия, как в спа-салоне, что мы с самого начала и обещали. Поджигаем нашу свечу.
Сейчас наша свеча разгорится. Она будет источать очень приятный аромат. И по мере того, как будет использоваться свеча, каждый слой же у нас имеет свои свойства. Да. И будут высвобождаться сначала аромат апельсина, потом аромат лаванды, а потом уже затем аромат бергамота. Шикарно. Наши масла подтопятся, да. Наша свеча будет гореть. Мы потушим нашу свечу. Сразу не стоит наносить, нужно подождать несколько секунд хотя бы. Потом уже наносить на кожу. Массажными движениями это очень приятный массаж. Надо попробовать. В принципе, получается, что это вот еще не слишком застывшая свеча, например, апельсиновая или кокосовая. Это и есть подтаявшая на самом деле свеча. То есть вот если я вижу, что здесь еще не застыло, то я могу сделать вид, что это уже растаяло, потому что мне очень хочется нанести на руку и почувствовать. Я вообще, честно говоря, думаю, боже, свечами руки мазать. А теперь я понимаю, что это практически маска или крем из великолепных масел с пчелиным воском. Ой, насколько кожа становится мягкой, шелковистой. Действительно, спа-процедура. С учетом этих волшебных ароматов. Аня, прекрасно. А потом, понятное же дело, что я за один раз не смогу использовать. То есть я просто потушила свечу. Да, до следующего использования, да. Это очень удобно и необыкновенно приятно. Нашу свечу, наши масла мы можем носить не только на ручке, а на все тело после ванны. Представь себе, ты принимаешь ванну с шикарной пеной, зажигаешь свечу, она источает аромат, потом мы ее тушим, наносим теплые масла на кожу, желательно на влажную, чтобы нашу влагу запереть нашей коже. Один релакс, наслаждение и польза от нашего такого продукта. Спасибо тебе огромное. Это действительно спа-наслаждение, которое так просто получилось. Учите себя дома. Сделайте обязательно. Водолій. Незалежність водоліїв часто сприймається як егоїзм і небажання рахуватися з іншими. Представники цього знаку зазвичай не пояснюють причин своїх вчинків, і близькій людині здається, що її просто ігнорують. Тому в стосунках нерідко назрівають конфлікти або партнер просто віддаляється. Вихід. Діліться обіймами. Водолії мають визнати, що у парі не може бути позиції «я сам по собі». Ви мусите цінувати стосунки і постійно показувати це не лише коханій людині, а й довколишнім. Підіть разом як пара на зустріч зі своїми товаришами по службі чи друзями. Астропрогноз для водолія. Ви будете сповнені ентузіазмом. Відкиньте неупевненість у собі. Зараз вам до снаги будь-які завдання. Наприкінці тижня зірки радять змінити обстановку. Захоплива подорож подалі від дому – чудовий спосіб не тільки розвіятися, а й завести нові корисні знайомства. Стрілець. Енергійність та невгамовність, з якими стрільці йдуть по життю, не завжди витримують їхні кохання. Проблеми часто починаються, коли представник цього знаку жадає неупинних веселощів, гучних вечірок, а його партнер має іншу точку зору, відстояти яку без конфліктів буде непросто. Вихід. Спільний відпочинок. Стрільці мусять визнати, що слід рахуватися з думкою близької людини, адже вона не завжди мчатиме за вами, колись їй це набридне і вона віддалиться. Тому, щоб цього не сталося, намагайтеся влаштовувати спільний, спокійний відпочинок. Погуляйте на природі, підіть у музей або на виставку. Астропрогноз для стрільців. Тиждень не обіцяє миттєвого результату від витрачених сил і ресурсів. Імовірно, доведеться попрацювати на перспективу. Зате приємно потішать вихідні. Зірки віщують теплі зустрічі з давніми друзями. Ви прийшли на вечеринку і обнаружили другую женщину в таком же наряді, як у вас? Здесь поможет булавка. Я так думаю, что ей нужно колоть эту женщину до тех пор, пока она не убежит с вечеринки. Да. Нет, колоть мы никого не будем. Хотя можно было. Но, Надюш, если бы ты оказалась в ситуации, в которой недавно оказалась я думаю, что любой девушке неприятно. Да, вот если ты следишь за модой, стараешься там стильно одеваться, готовишься на вечеринку, подбираешь образ, приходишь и видишь другую девушку в точно таком же наряде. Ну, это катастрофа, мне кажется, для любой. Согласны, девочки? Это катастрофа, я подтверждаю, потому что однажды я оказалась в этой ситуации. Девочки, я выхожу на красную дорожку кинофестиваля, и вдруг я встречаю в таком же платье Янину Соколову. А на нас были платья от украинского дизайнера Анастасии Ивановой. Шикарное красное платье. Я думаю, ну, блесну. Пришла, померила за два дня. И кто мог подумать, что буквально за день до того, то есть я раньше
Маша все-таки его выбрала, его взяла также. Тут там было два платья. У Насти было два платья. Я говорю, что ж ты ей дала? Да, она же знала, что я выйду. Ничего, говорит, никто и не заметил. Все заметили, вот все реально заметили. Конечно, был большой конфуз. И вот такой конфуз и катастрофа тоже произошла со мной буквально недавно. У нас была вечеринка, я так готовилась, у меня было такое красивое платье. Я захожу и вижу, что стоит. Оно было точно такого же цвета. Это была катастрофа, потому что мы были похожи, знаете, на двойняшек, которых родители одинаково одевают. У меня было настроение жутко испорчено. Я так ждала этого вечера. Поэтому после этого я теперь к таким мероприятиям конкретно готовлюсь. Мало того, что я продумываю образ, я еще продумываю, так сказать, пути отступления. Mm-hmm. Что делать в ситуации, если вот такое произойдет? А вдруг кто-то придет в таком же платье, как я? И можно исправить будет все там же прямо. Да. Я нашла несколько секретов, которые вот можно очень быстро, буквально там на этом мероприятии, платье преобразить, чтобы никто не догадался, что они одинаковые. И вот даже у нас есть платье. Это мое платье. Да. Я принесла свое платье, чтобы мы прямо сейчас на месте нашли несколько вариантов, просто вот так буквально за 5 секунд подручными средствами его изменить. Вот почему и Роза, и Ольга с удовольствием к нам присоединились, потому что в их жизни не только были подобные ситуации, но они смогли с достоинством из них выйти, да, Роза? Да. Но у меня тоже была такая ситуация на новогоднем корпоративе. Я пришла в белом платье. Я думала, что вот я единственная буду в белом платье, образ невесты, я это так все люблю. И вижу, что девушка в белом платье, я решила, как выйти из ситуации. Я сразу подхожу к ней, давай, может, пошутим над ситуацией, вместе пройдемся по залу, пускай нас пофотографируют, ах, давай выйдем вместе из этой ситуации красиво. Но девушка очень негативно на меня отреагировала, она отвернулась и даже со мной не разговаривала. Наверное, поняла, что ты красивее в этом платье. Надо было вцепиться в всю девочку. После этой ситуации, так как я девушка восточных кровей, главным атрибутом восточной девушки является платок. И я после этой ситуации стала носить с собой платок. Я его сегодня взяла к тебе в студию. Uh-huh. Надя, я покажу, как его можно использовать, если вы попали в такую ужасную ситуацию. Значит, у нас будет чем заняться в ближайшее время. А прежде давайте посмотрим на фотографии известных женщин, голливудских красоток, которые тоже попадали в подобную ситуацию. И эти парные фотографии есть в интернете, откуда мы их и достали, для того, чтобы полюбоваться, как они выходят из ситуации. Ну, большинство, кстати, как ты, Роза, да, предлагают сфотографироваться вместе. И вот что из этого получается. Молодцы. Вот молодцы. Да. То же вот самое, так и нужно, да. Абсолютно. Причем я договорилась с Яниной в тот вечер. Говорю, ты, пожалуй, вот давай пройди первое, а я уже за тобой, чтобы немножко подзабыли за или несколько можно минут. Можно разбить, наверное, твоя там левая часть зала, а моя правая часть. Олечка, ну ты же как-то вышла из этой ситуации. Мы обе пришли с поясом. Я думаю, ну надо же как-то выкручиваться. Я предложила снять поясок. Вот. Ну я как бы его сняла. И сама осталась в шикарном гардане. То есть, получается, Янина осталась пояском, а я в намысте украинскому. И все, никто как бы и не заметил этой разницы. Все же два разных платья. Ну, один из выходов. Хотя сегодня мы получим еще более интересные варианты, которые буквально за 5 минут смогут преобразить ваш наряд на вечеринке. Прямо там. Лен, я знаю, что ты нафантазировала, и у тебя есть идеи, но в тот момент, когда ты оказалась в одинаковом платье, у тебя же под рукой это ничего еще не было. Ужасно. Я теперь думаю о том, что девочки такие молодцы, вот, да, угу, придумали. Там пояс сняла, но у меня, правда, и пояска не было. Но я 2 часа ходила в пальто. Ну, что оставалось делать? В принципе, можно, если нет верхней одежды, как у Лены, а это выход, все-таки хоть чем-то отличаться, снять пиджак со своего спутника. Но тогда будешь выглядеть вот с такими пиджаками. Ну, получается, готовилась, да? Вот ходишь. Значит, надо какими-то другими методами. Девоньки, я подхожу к манекену и покажу. Девочки, что я предлагаю в данном случае? Украшения можно снять с подружки, если она не будет сопротивляться. У вас не обнаружилось ничего. И вот, смотрите, платье буквально преображается на глазах. Даже если вы пришли в одинаковых платьях красного цвета, ну, казалось бы, да? Но давайте добавим еще все-таки одну деталь. Это поясочек. У кого бы одолжить? Если у вас поясочка не оказалось, обычно приходит с клатчем. Я смотрю, что у Розочки есть такая сумочка выгодная. Может быть, я отстегну вот этот ремешок? Ну, когда, моя дорогая, ну потому что я всегда очень хорошо нахожу выход. Насколько женщины находчивы в таких ситуациях? Бывает, что впадают в панику и уходят с вечеринки. А не тут-то было. Спасибо большое. А теперь в 2 раза я
так вот обкручиваю талию. И посмотрите, что получается. Секундочку. Действительно плотненько так выглядит, да, платье? Получилось. Ремешочки, как правило, регулируются даже если нет ремешочка. И вот, допустим, бусы. Бусы тоже можно одеть на пояс. И будет тоже замечательное преображение. Ну, вот таким образом, если даже будет соперница с поясом и с бусами, вас никто не заподозрит в плагиате. Мне очень понравился способ. Безумно. Итак, второй вариант. Я снимаю поясок. Есть еще все-таки варианты у нас. А как же? Мы по ходу импровизируем. Так можно на все вечеринки в одном и том же платье? И менять аксессуары, конечно. Платье выглядит даже стильнее, когда вот с пояском. Розочка, спасибо, солнышко. Я сейчас продемонстрирую. Очень красиво. Ну, шикарно? Красота. Очень. Если у вас узкое платье, то можно бусы спустить на бедра. Таким образом, никто не поймет, что это бусы, а не пояс. Ну, вот здесь можно потуже затянуть. Ну, такая нюансировка очень важна. Ну, шикарно. Не хватает чего-то в ушках или на груди. А знаешь, вот прям падает глаз на букет, потом на платье, и я понимаю, что бутоньерка из цветка, а там же букетов на вечеринках обычно хватает. Кстати говоря, или какой-то веночек, деталь, цветы в волосах. У кого бы опять-таки одолжить? А ну выткни, Леночка, какой-нибудь. Так может быть, Леночка, что ты? А ну давай. Ну-ка. Глаз профессионала, да? Желтенькую. Да. Ну-ка. Только сейчас булавочку. Вот и булавка уже начинает пригождаться. И вот наш акцентик. Буквально несколько цветочков. Такой шикарной женщине я сейчас аккуратненько это подколю. Спрятаться главное в этот момент, чтобы тебя никто не видел. Ну, как-то так. Но на вечеринке бывают разные элементы декора. Главное вокруг осмотреться и найти что-то удобоваримое. Мы всегда готовы к этим испытаниям. Представьте, мы еще на этом не остановимся, да, Роза? У тебя же наверняка тоже были ситуации. Конечно. Я с собой взяла платок. Вот он. Я покажу вам. Как можно дополнить этот прекрасный образ? Олечка, прости, пожалуйста. Да, пожалуйста. Конечно, ты уже будет многовато. Но я уже готова делать заказы и выходить в твоем образе. Так, снимаю. Оля. Да. Святой дары. Да. Если вы попадаете в эту неловкую ситуацию, берем платок, и его можно использовать таким образом. А может, челму? Мы делаем из платка оригинальные рукава. Девочки, как вам? Ну, симпатично. Смело. Даже с украинским колоритом таким. И моментально это совершенно другой образ. Абсолютно другой. Роза, браво. Конечно, это уже радикальное преображение. Но действительно, с помощью платка не просто обернуться, а создать новое платье буквально за считанные секунды. Девочки, но есть еще один вариант, как можно использовать этот платок. Можно сделать из этого платка болеро. Пожалуйста, вместе со мной делаем, создаем новый образ. Итак, болеро. Тут же еще важно, чтобы это можно было самой сделать. Да. Вдруг помощи не будет. Да. Главное впереди выложить красиво. Да, да, да. Мне кажется, этот способ можно использовать очень часто, когда надеваешь платье в холодную погоду, не знаешь, какой пиджак или жакет подобрать. И это, по-моему, идеальный вариант для таких прям случаев. Красиво, да. Да, отлично, сработало. Шар прямо универсальный помощник в этом деле, Леночка, но уже не терпится узнать твой способ. Итак. Шарфец. Я предлагаю изменить фасон платья. Спереди мы сделаем более короткое платьишко, а сзади будет хвост. Кардинально ты решила. Да. Берем платье и приподнимаем подол. Вот так. Все складочки, которые есть, мы прячем и затем фиксируем булавочкой. И точно так же крепим с другой стороны. Так. И теперь все места, какие-то есть недочетики, места сборки, все это можно исправить ремешком, просто прикрыть. Так, Роза, дай ремешок. Спасибо. Застегнули. И, собственно, получается абсолютно другое платье, другой фасон. И самое важное, что это очень стильно и действительно очень красиво. Причем никто не догадается, что вы в одинаковых платьях. Так вас точно никто не узнает. Сейчас вообще идеально, по-моему, да? И, собственно, у меня появилась еще одна идея, как можно изменить фасон платья. И это очень модное сейчас платье, платье с нахлестом. Что мы делаем? Один конец подола платья мы поднимаем вверх.
и аккуратно фиксируем. Для этого нам понадобится две булавки. Я думаю, что теперь после такого мы будем ходить с булавками всегда. Это место мы прячем под двумя складками. То есть у нас одна заходит на другую. Вот одна складочка. И навстречу ей другая. Получается, у нас две встречные складки, и вот более коротенькая выглядывает. И опять какие-то нюансы, мы все это прячем с помощью нашего пояска. Спасибо, Роза, за эту находку. Собственно, все, и это уже второй вариант с одного и того же платья. Придя на вечеринку, вы будете спокойными, главное иметь две булавки, ну и какой-нибудь клатч, как у Розы, чтобы сделать себе поясок. И сразу как-то все заиграло. И у меня появилась идея еще одного варианта, как можно изменить это платье. Распускаем нашу красоту. Я подумала, а что если изменить подол платья, то есть поменять фасон, но уже акцентировать внизу, да? Сейчас очень модный фасон, когда у нас нижняя часть такая в виде тюльпанчика. Вот сейчас мы его и сделаем. Начинайте собирать подол. Только не просто, да, вот зажмакайте лишь бы как, а чтобы это было красивенько. И теперь начинаем формировать красивый цветочек. Не нужно это комкать, а вот красиво, как лепесточки у розы, да, раскладывать в форме цветочка. И постарайтесь вот каждый лепесточек закрепить булавочкой. И затем уже красиво вот сформируйте вот такую красивую розочку. Я просто в восторге от этого варианта. Для акцента мы одеваем пояс. Ну и, конечно же, с поясом тоже можно экспериментировать, то есть можно в два ряда, можно сделать крест-накрест. То есть тут уже включайте фантазию, главное, не нужно расстраиваться, чтобы ваше настроение не портилось от того, что кто-то пришел в таком же платье. Всегда нужно быстренько собраться, включиться и посмотрите, уже сколько есть прекрасных, красивых вариантов. Конечно, не каждое платье можно преобразить именно таким образом. Одно в силу длины, другое в силу фасона. Но вот этот вариант, да, годится. Это смело. А я подумала о том, что можно ведь изменить фасон не только подола, а попробовать изменить фасон и, собственно, верх платья. А как? Но когда вот ткань такая плотная, как на манекене, то вряд ли получится. Но вот если ткань, которая тянется, то, в принципе, можно попробовать опустить, да, то есть там оголить плечи, допустим. И уже это будет так более, ну, откровенно и, может быть, не так похоже на платье, которое пришла подруга или не подруга. Все-таки снять платье – это самый лучший вариант. О, а вот хорошая идея. Сейчас я быстренько вернусь. Лена пошла раздеваться. Я, конечно, извиняюсь за свой внешний вид. Так а что ты не до конца разделась? Сейчас. Все будет. И что мы делаем? Если рукав коротенький, то вообще нет проблем, потому что его можно просто вовнутрь загнуть, и никто ничего не видит. И у нас получится такая асимметрия. Платьишко, да, с одним открытым плечом. Но если рукав длинный, как у меня, можно сделать красивую розочку. Я уже показывала розочку на подоле платья, а сейчас я покажу, как можно сделать розочку вместо рукава. Мы без розочек никуда, вы заметили? И подкалываем нашей булавочкой. Слушай, красивая роза получилась. И вечеринка перестает быть томной, посмотрите. Да? Та-дам! Вау, да, класс, это интересный класс, образ. Мне нравится. Это реально другое платье. Ну, согласитесь, платье выглядит совершенно по-другому. Вообще, да, другое платье. И никто не догадается, что вы с этой девушкой в одинаковых платьях. Ой, и главное, что настроение хорошее. Конечно, вечеринка удалась.